Ну что же, мы с вами переходим к нашей ä, следующей встрече. На самом деле, это первая встреча со Христом, потому что ä, до сих пор мы говорили только о подходах к этой теме, о том, каков наш план. Есть, конечно, и более ранние встречи с Иисусом Христом, описанные в Библии. Мы находим эти встречи, например, в Пророчестве. Мы также ä, находим Иисуса Христа в том, что бывает сложно понять. Это Его явление до воплощения. Иными словами, в Ветхом Завете есть места, где Бог, Сын, второе лицо, вторая ипостась, а Божества, Троицы, является людям. Он называется там Ангелом Господним. Это очень глубокая тема, и на самом деле к этой теме мы обращаться не будем. Я просто скажу вам здесь вот о чем. Не в Евангелии от Луки 2 глава находится первая встреча со Христом, описанная в Библии. Она находится раньше. Но мы начнем все-таки именно здесь, в Евангелии от Луки. И мы с вами избрали встречу Марии и Иосифа с младенцем Иисусом и также с человеком, которого зовут, зовут Симеон. Они встретились с Ним в храме. Мы читаем в 25 стихе 2 главы Евангелия от Луки о том, что был человек, которого звали Симеон, и который ждал утешения Израилю. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилю. И Дух Святой был на нем. Поразительно, сколько говорит Лука о служении Святого Духа, и насколько рано он начинает об этом говорить, потому что эта тема на самом деле станет наиболее явной позже уже. Но а, дело в том, что Симеону Дух Святой открыл особое откровение, показал особое откровение, что он не узнает смерти, не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Мы читаем об этом в 26 стихе. И пришел он по вдохновению, то есть движимый духом, в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, мы предполагаем, что это обрезание, и было это сделано на восьмой день, он взял его на руки и благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего». Все, Господи, я теперь могу идти, я теперь могу идти с миром, потому что ты исполнил свое обещание. Да, по слову Твоему, с миром. Ибо видели, Отче мои, спасение Твое. И дальше он начинает говорить о том, кто такой Иисус. Теперь смотрите. Мария и Иосиф узнавали об их младенце нечто такое, чего не могли бы узнать только на основании наблюдений, только на основании того, что они биологические родители, биологическая мать и юридический отец Иисуса Христа. А, понимаете, когда мы с вами приближаемся к Богу, ни один из нас сам по себе не может увидеть того, что Бог нам хочет показать. Мы должны в этом быть зависимыми от других людей. А другие люди увидят во Христе что-то такое, чего не видим мы. Другие люди познают Иисуса Христа более по-другому, чем мы. Именно поэтому мы с вами так нужны друг другу. Именно поэтому так важно смиряться друг перед другом. Потому что нам покажут такие вещи, об Иисусе Христе, о которых мы сами не увидели, не поняли. Не знаю, бывало у вас когда-то так такое или нет, но иногда я приезжаю, допустим, на конференцию, на христианскую конференцию, и я знакомлюсь с новыми людьми. И я буквально поражен ощущением, этим чувством, что я этого человека где-то уже видел. Я этого человека уже знаю. А потом мы начинаем беседовать, и я понимаю, что никогда не встречал этого человека. Это просто невозможно. Так почему бывает такое чувство? Потому что Иисус с нами, потому что Иисус в них, и я узнаю этого Иисуса, который в них, я знаю Иисуса, который в них. И вот молодые родители, вот эта молодая пара, они встречаются с пожилым человеком, который никогда не видел их ребенка, который держит их ребенка на руках впервые в жизни и который начинает говорить им что-то об Иисусе Христе, такое, чего он, о чего они раньше не знали. Он говорит о том, что он будет свет, принесет свет язык, к просвещению язычников и славу народа своего Израиля. И дальше он переходит к более тяжелым словам пророчества и откровения. Смотрите 34 стих и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий». Иными словами, против него будут выступать, против него будут восставать. Он единственный Господь, Он единственный Спаситель, Он единственная надежда, но против Него будут восставать. Свет во тьме светит, но тьма не объяла его, или тьма не поняла его, не приняла его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, первая глава. И вот что интересно, мы с вами смотрим на последние 2000 лет истории, и люди, которые были более всего подготовлены, которые более всего должны были бы принять Иисуса Христа, на самом деле глубже всего и последовательнее всего, отвергали Иисуса Христа. Так было за последние 20 веков истории церкви. А, «И Он как раз и будет тем знаменем», говорит Симеон. И тут мы подходим к более конкретным вещам, и мы продолжим тему, которую мы уже начали в прошлый раз. И в 35 стихе Симеон говорит Марии, «И тебе самой...» оружие или меч пройдет душу. Я никогда не был матерью, я отец, у меня трое детей и четверо внуков. И для меня все это было, все это стало огромной радостью. Но знаете, что я вам хочу сказать? Все-таки радость матери, она как-то еще более особенная по причине физической их связи, потому что ребенок был зачат внутри матери, в материнской утробе, она носила его, а потом она вскармливала его грудью. И рождение ребенка действительно приносит огромную радость, пожалуй, величайшую радость. Но что же говорит Симеон? Рождение этого ребенка не принесет тебе только радость или принесет не только радость. Рождение этого ребенка принесет тебе особое страдание. Страдание, которое можно описать только так. Твоя душа будет пронзена мечом. На нашей первой встрече мы с вами говорили о реальностях, которые заставляют нас отшатнуться от Господа. Мы говорили о том, что тяжело, когда э, вина, чувство вины встречается с невинностью, а грех встречается с праведностью. Тяжело, когда мятеж встречается с Божьим владычеством. И поскольку мы виновны, поскольку мы неправедны, поскольку мы мятежны, это не про то, что вот все круто, на сто процентов позитивно. Я сейчас пришел в присутствие святого Бога человека, Господа славы, Иисуса Христа. Все здорово. Нет, конечно, это не так. Но есть еще одна мысль здесь. И вот эта мысль заключается в следующем. Когда мы приходим к Нему, мы как бы оказываемся внутри нас. Да, Он начинает жить в нас, Духом Святым, но наша жизнь оказывается как бы внутри Его жизни. Мы об этом читаем в послании Колосина, 3 глава, где говорится о том, что мы мертвы, но мы воскрешены со Христом, и наша жизнь сокрыта во Христе. Об этом говорится в послании к Ефесинам, 1 глава с 3 по 14 стихи. В 11 стихах 11 раз говорится о том, что мы во Христе, мы в Нем, мы в нашем возлюбленном. Есть и ссылки, где используется местоимение «мы в Нем», «мы во Христе», Понимаете, Бог не различает деноминаций, Бог не различает конфессии, Бог не говорит «Ой, вот это православный, ему особое православное благословение. А этот баптист, ему благословение для баптистов. Это пятидесятник, ему особое благословение для пятидесятников. Это лютеранин, а им будет особое лютеранское благословение. Я буду смотреть на этих людей, как баптистов, лютеран, православных, католиков. Нет, нет, на самом деле есть только одна деноминация, одна конфессия. Нет, есть две конфессии. Одни люди во Христе, другие вне Христа. Если вы вне Христа, то Бог смотрит на вас, как на потерянных. А если вы во Христе, это слово «во» или «в» по-гречески «эн», «в ком», «во», Христе, «эн Кристо». Вот, либо мы во Христе, либо мы не во Христе. Когда я был еще молодым служителем 29-30 лет назад, я в своем кабинете повесил портреты людей, которые стали для меня героями, героями веры. А, там было восемь портретов. Кстати, один из этих человек, человек, людей был россиянином. А восемь портретов. Я только со временем понял, что все они из разных деноминаций. Не было двух людей из одной и той же деноминации, но при этом они все были «эн Кристо» — «во Христе». Так вот, когда мы помещены во Христе, тогда судьба Христа становится нашей судьбой. А судьба — это небеса, а судьба — это слава, а судьба — это святость. Но опыт Иисуса Христа на земле также становится нашим опытом. Против нас будут злословить, потому что злословили Христа. Нам будут противиться, потому что противились Христу. Нас будут гнать, потому что гнали Христа. Мы будем страдать, потому что страдал Христос. Мир продолжает пытаться убить Христа. Мир готов был бы отрезать, отрубить голову Иисуса Христа, но не мог, потому что глава тела в небесах, но тело-то находится все равно на земле. Так что нас будут перерубать мечом, потому что мы часть Иисуса Христа, до которой враги Иисуса Христа могут дотянуться мечом. Но Симеон в этом фрагменте говорит не о физическом страдании. Он говорит о том, что душу твою пронзит Меч. Иисус Христос говорит о физическом страдании в Евангелии от Иоанна 16:2. Он говорит о том, что придет время, когда люди будут убивать вас и думать, что они повинуются вашему своему религиозному долгу. Он говорит о, прежде всего, в коротком, на короткой такой дистанции, о еврейском противостоянии Христу. Но мы также видим это и в нашем поколении, что люди пытаются убивать христиан. И думают, что таким образом они а, делают что-то доброе, хорошее перед Богом. Они считают, что это их религиозная обязанность. То есть мы это понимаем. И когда Иисус призывает к себе, Он не говорит, ой, слушайте, идите сюда, будет очень круто. А, знаете что? Я помню, как про нас написали, про меня, про мой курс написали. Приходите, будет невероятное путешествие. Я говорю, не-не-не, убирайте это. Никакого невероятного путешествия не будет. Будет изучение Библии про невероятное путешествие написал рекламщик, который долго прожил, прожил в Америке. Он говорит, приходите, будет невероятное путешествие. не не ребят, давайте говорить честно. Будет изучение Библии. Так вот, Иисус призывает не как американец. Он не говорит, приходите, все будет круто, все будет классно. Нет. Он прежде всего говорит о самом тяжелом. Он говорит, хочешь пойти за мной? Но придется заплатить. Будет крест. А знаете, что такое крест? Крест ⁇ это медленная, мучительная смерть через пытку. Ничего себе, призвание, ничего себе, рекрутинг. Представляете себе позвать э, волонтера и сказать ему, слушай, приходи ко мне в команду, будет боль, будет страдание больше, чем ты можешь себе представить. Но вот когда мы поймем смысл Христа и смысл креста Христова, когда мы э, увидим, как люди подходят к кресту, как мы, допустим, увидим с вами, как а, Мария получила это поручение, приняла это поручение от Господа. Да, она знала, что это будет страшное страдание. Она стояла у подножия Хри... креста Христова, и она видела, как сын Ее умирал медленно на протяжении шести часов, и меч пронзил его. Но я уверен, что меч пронзил и ее грудь, когда она все это видела, видела Его немыслимое унижение. И вот мы видим людей, которые приняли этот крест, которые сказали «да» страданию, предложенному Иисусом Христом. Мы видим также и людей, очищаемым через это страдание. Мы видим людей, которым это страдание дало внутреннюю радость, потому что они пострадали со Христом. Но во время одной из первых встреч мы узнаем именно об этом. И вот когда Мария и Иосиф приносят в храм своего сына, младенца, для того, чтобы исполнить закон, они через это встречаются со своим сыном так, как не встречались никогда раньше. Потому что Симеон им говорит, вот что это значит. Вот что значит встреча со Христом. Вот что значит близкие отношения со Христом. Вот что значит единство со Христом. Не случайно Павел говорит, и это, пожалуй, один из самых важных стихов в Новом Завете. Это, пожалуй, цель для каждого из нас в нашей христианской жизни. Послание к филиппийцам, 3 глава, 10 стих. «Чтобы познать Его». И вот это, кстати, есть смысл таких встреч, чтобы познать Его. А смотрите дальше. «И силу воскресения Его». Вот сила воскресения, это, конечно, круто, это здорово. Потому что воскресение это значит, что смерти избежали, да? Так вот интересно, что Павел а, здесь меняет последовательность. Он ставит это на первое место. Смотрите, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Как жаль, что я так плохо знаю имена э, российских или славянских христиан-героев. Я постоянно ссылаюсь на англичан, на американцев. Ну, давайте англичан еще раз сошлюсь. 1892 году скончался великий проповедник Чарльз Сперджин. У меня, кстати, есть его автограф. Нет, нет, я лично с ним не встречался, так что не думайте в этом направлении. А у меня просто есть его книга, которую когда-то он написал, надписал кому-то. И вот Сперджин жил во времена, когда многие заботились пророчеством. Плимутские братья в Англии. Действительно, снова и снова читали пророчества, и они пришли к мысли о том, что доживут до возвращения Иисуса Христа. Нет, не дожили. Но Сперджин сказал тогда поразительнейшую вещь. Он говорит, я не хочу жить при втором пришествии. Он говорит, я хочу умереть, потому что умер мой спаситель. Я хочу соучаствовать и в этом общении с ним в общении через смерть. Когда Сидрах, Месах и Авдинага были брошены в печь, еврейские подростки, да, помните, еврейские подростки в Вавилоне, царь и окружающие люди смотрели в эту печь, и они увидели четверых в этом пламени. И царь говорит, а мне казалось, что мы только троих евреев бросили в печь. А я вижу четверых, и четвертый похож на буквально там Сына богов. Так вот, когда мы встречаемся с Иисусом, когда мы начинаем знакомиться с Ним, мы идем с Ним по жизненному пути, и совершенно очевидно, что мы будем страдать. Но мы также будем видеть, что в этой огненной печи мы не одни. Он с нами. Мы познаем его лучше, потому что Он. С нами. И это, кстати, очень важно понять, когда мы говорим о страдании. Если мы отрицаем крест, если мы отворачиваемся от встречи с Иисусом Христом, мы говорим, нет, для меня это слишком много, я слишком молод, или я слишком а, много страдаю, или я не хочу больше страдать. Это не значит, что мы избежим таким образом страдания. Это не значит, что в нашей жизни не будет страдания. Это не значит, что мы, например, точно не заболеем раком. Это не значит, что мы не потеряем близкого человека. Это не значит, что у нас не будет проблемы с работой или без работы. Это не значит, что у нас не будет финансовых трудностей. Страдать мы все равно будем. Просто потому, что мы живем в падших, умирающих телах, в, на, на падшей, умирающей планете среди весьма неприятных людей. Среди людей, которые с удовольствием нас обидят и причинят нас боль, если им покажется, что через это они могут получить для себя какую-то пользу. Вопрос не в том, будем мы страдать или нет. Вопрос в том, будем ли мы страдать со Христом или за Христа. Или мы будем страдать ради себя, без Христа. Вот одна вещь, которую мы с вами уже сказали. И заключается она в следующем. Легко подумать, что «Ой, я буду христианином, я знаю Христа, и значит, страданий не будет». Нет. Знаете что? В небесах точно страданий не будет. После смерти точно страданий не будет. В этом, в этом можно быть уверены. Но здесь, на Земле, страданий может быть и больше, потому что мы встретили Иисуса Христа, потому что мы знаем о Иисуса Христа. Крупнейшие церкви в Соединенных Штатах Америки созидаются на обманном утверждении о том, что если станешь христианином, то тогда все будет здорово, все будет замечательно. будет... Богатство и процветание. Крупнейшая церковь в мире находится в, в Южной Корее, и она на этом обещании, на этом ложном обещании стоит. Кстати говоря, там есть кое-что хорошее в этой церкви. Я был в этой церкви, но обещание это ложное. Самая крупная церковь в Америке находится в Хьюстоне. И она также основана вот на этом обещании. Это не значит, что в той церкви нет ничего хорошего. Я на самом деле видел хорошие события и знаю о хороших событиях, которые происходят, например, в Африке, благодаря миссионерскому служению как раз этой американской церкви. Но обещание само по себе это ложно. Будут страдания. Во Христе будут страдания. И это один из первых уроков, который получает Мария, когда ближе узнает своего Сына. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ну что же мы будем делать дальше? Мы с вами поговорим, пожалуй, о следующем уроке. И, кстати, он находится здесь же, в этой же главе. Евангелие от Луки, вторая глава. Мы с вами уже сказали об уникальном вкладе, который внес Евангелие от Лука. И мы говорили о том, что единственная информация, которую мы узнаем о детстве и юношестве Иисуса Христа, находится в Евангелии от Луки. Был один немецкий ученый, жил он в XIX веке, и он сказал такие слова. Детство Иисуса – это как сад с цветами, обнесенный высокой, высокой стеной, но через стену через это не видно. Нет отверстий, нет а, окошек в этой стене. Но можно понюхать, и там действительно благоухают цветы. Мы знаем, что там действительно благоухание, но через эту стену ничего не видно. Однако он продолжает. Однако есть один букет цветов, которые нам перебросили через эту стену. То есть мы идем, и мы не видим ничего, что внутри, что за стеной. И вдруг мы видим, нам бросают букет. И мы ловим этот букет, и мы нюхаем эти цветы, и мы смотрим на эти цветы, и мы получаем хоть какое-то представление о том, что там внутри, за этой стеной. И знаете, кто бросил этот букет цветов? Евангелист Лука. Евангелист Лука бросил букет роскошных цветов нам. Он рассказал нам один эпизод из детства Иисуса Христа. Это единственный данный нам, открытый нам эпизод. Когда мы с вами читаем этот эпизод, мы встречаемся с мальчиком Иисусом Христом. И мы узнаем также о его встрече, которая была у него с родителями. Или, точнее, все-таки у родителей с ним. Ведь обычно мать и отец учат своего ребенка. Знаете, если ты ребенок, и ты в какой-то момент вдруг начинаешь понимать, что ты знаешь больше, чем твои родители. То есть дело не только в том, что они знают не все, а в том, что ты знаешь больше них. Я воспитывал мою старшую дочь, нашу старшую дочь в Мюнхене, в Германии. По-немецки я ужасно говорю. Вот, вот просто вот ужасно. Дочь моя училась в немецкой школе. Она по-немецки говорит в совершенстве, без всякого акцента. Никто не, не понимает, что она иностранка, потому что говорит она по-немецки вот абсолютно совершенно. И вы знаете, в результате у нас была проблема. Ребенок, который входит в подростковый возраст начинаю думать, что я знаю больше, чем родители, я знаю лучше, чем родители. И поскольку она действительно была как рыба в воде там, где мы жили, а мы нет, мы не были как рыба в воде, она зачастую нам истолковывала реальность, нам истолковывала культуру. Так что она действительно знала больше, чем мы, лучше, чем мы. Так что нам было сложнее с этим говорить. Ой, смотри, ну ты что-то знаешь лучше, но мы все равно тебя будем учить. Ты должна учиться от нас, у нас. А вот в Евангелии от Луки происходит вот какая штука. Происходит великий переход в жизни Господа Иисуса Христа, в жизни, Матф... в жизни Марии, Иосифа, святого семейства, а потому что в этом повествовании Иисус учит своих родителей. И на самом деле в еврейской культуре это было совершенно неслыхано, куда более неслыхано, чем в культуре нашей. Просто так нельзя было, так не поступали. Не мог ребенок учить своих родителей. Но случилось именно это. 2.41. Мы читаем о том, что его родители ходили в Иерусалим на праздник. На самом деле, евреи ходили на три праздника в год в то время. Один из них – Пасха. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Их шла вся семья, шли паломники, а семьи были большие. Естественно, ребенок, особенно 12-летний ребенок, не всегда шел с родителями. И совершенно спокойно отец мог решить, ну, сын с мамой, а мама решила, что сын с отцом, потому что мужчины и женщины не шли вместе, или, ну, где-то он с детьми, где-то он среди детей, но, но точно он где-то идет. И важно также отметить, что праздником этим была Пасха. Необходимо отметить особую роль пасхального праздника в Новом Завете. Пасхальный праздник напоминал евреям, о том, что было время, когда Бог отмстил в Египте, о том, что Бог отмстил, осудив через смерть первородных сыновей каждой египетской семьи. И, конечно, это не просто Бог взял и решил, ой, я сейчас сделаю египтянам больно. Нет, конечно. Во-первых, это было решение египетского фараона. Изначально он мог избежать смерти своего народа, послушавшись Бога, но он отказался служиться Богу. Опять-таки дальше тут принцип сейни и жатвы, потому что египтяне убивали сыновей израильтян, они, они их топили в Ниле, в реке Нил, когда рождался мальчик, мы не знаем на протяжении сколько, сколько времени, какого промежутка времени это делали, но они убивали еврейских детей, потому что они беспокоились, что евреи, израильтяне, слишком усиливаются среди них. Так вот, евреи жили в особом месте и в, в особом районе, и они должны были помазать косяки дверей кровью. И они должны были устроить праздник, праздную то, что делает Бог. И если этот праздник соблюдали, если косяк был помазан кровью, то ангел смерти, который пришел в Египет, проходил над домом послушных евреев. И ребенок не умирал. Именно поэтому называется праздник Пасха, он проходил над а, дверью. На, на, на дом, а Иисус же умер в пасхальную неделю. Вот великая ирония. Когда иудеи вспоминали, что Бог пощадил их сыновей, они при этом убили Сына Божия. Видите эту внутреннюю иронию? Видите этот ужас? Видите преступность всего этого деяния? Когда Иисус приходит в храм для того, чтобы праздновать Пасху, Он остается, Он не уходит. И что же происходит дальше? Мария и Иосиф потеряли своего сына в храме, в том месте, где приносят жертву. И именно этот опыт будет у них общим с Богом Отцом. Потому что Бог Отец также потеряет своего Сына там, где приносит жертву, на кресте. И еще. Да, мы не хотим что-то вчитывать в Евангелие, чего здесь нет, но есть здесь все-таки какой-то предвестник воскресения, потому что они три дня не могли его найти. Три дня а он как бы исчез, и они его не видели. Они нашли его через три дня. Они один день идут от Иерусалима. Вечером семья, семьи собираются вместе на ночлег, и тогда они понимают, что его с ними нет. Это первый день. Второй день – это когда они возвращаются. Третий день – это когда они ищут его. И на третий день, получается, они находят его. Видите, какие здесь указания на жертву? Все это заложено как бы встроено в это повествование о том, как Мария и Иосиф искали Иисуса в Иерусалиме. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.